Разрыв кирпичной кладки стены учебного заведения не представляет угрозы для жизни и здоровья обучающихся. К такому выводу пришли специалисты, обследовав здание колледжа книжного бизнеса и информационных технологий. Поводом для проведения экспертизы стал флешмоб, устроенный учащимися заведением. Ребята заявили, что боятся находиться в аудиториях, поскольку во время занятий треснула стена и посыпалась штукатурка. По словам экспертов, произошло резкое раскрытие вертикальной трещины в наружной торцевой стене по всей высоте здания. У нас есть акт, согласно которому здание не является аварийным. Угрозы жизни, здоровью обучающихся и сотрудников колледжа не существует. Единственное, по рекомендации данной организации, данными специалистами были даны рекомендации о выведении из учебного процесса двух аудиторий и библиотеки. Сейчас в колледже работают 20 из 24 кабинетов. В двух аудиториях и библиотеке специалисты пока рекомендовали приостановить занятия. В настоящее время эксперты проводят детальное техническое обследование основных строительных конструкций здания, которое позволит решить вопрос о его дальнейшей эксплуатации. А пока учебный процесс в колледже продолжается.